Полиции призывают водителей уступать дорогу службам, спешащим на помощь. К примеру, у врачей и скорой помощи каждая секунда на счету, и чем позже они окажут неотложную медицинскую помощь, тем тяжелее могут быть для человека последствия травмы или болезни, вплоть до летального исхода. Так, 16 декабря в дежурную часть управления полиции поступил звонок с центральной городской больницы о том, что водитель легкового автомобиля припарковал машину на территории лечебного учреждения, из-за чего скорая помощь не может подъехать к приемному покою. Приехавшие на вызов сотрудники патрульной службы, водитель установлен. Правонарушение. Водитель автомашины марки Toyota привлечен к административной ответственности по статье 601 части 1 КУАП Республики Казахстан. Наложен штраф в размере 3 месячных расчетных показателей. В соответствии с правилами дорожного движения, применение специальных сигналов при приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда этих и сопровождаемых ими других транспортных средств. В противном случае предусмотрен штраф в размере от 7 до 15 месячных расчетных показателей.